Ребята, всем привет! Мы сегодня будем делать новогодние шарики. Для этого нам нужны нитки, клей ПВА и украшения на шарики. И, конечно же, конфетки заполнять шарики. И у меня есть вот такие вот бычки. Это повар, это медсестра, это библиотекарь. Библиотекарь? Ну ладно. Кто это? Как ему? Полицейский. Да, полицейский. И, конечно же, самые шарики. Ого! Аж я упала. Опа. Вкручиваем крышку. И наливаем. Кидаем туда нитку. Обматываем. Я не буду до конца наматывать. Давайте я покажу, что у нас получилось. Вот. Смотрите, какой. Попробую отрезать на пимпочке. На пимпочке? Да. А ну? Надеюсь, получится. А почему не режется? А, у меня не получится сейчас. А получится все у тебя? Не до шарик какой-то, да? Да. Мне мама немножко помогла выправить, и я помогу шарику выправиться. Сейчас мы ему восстановим форму, чтобы он был вот такой вот красивый. Попробуем заполнить. Так. Может, так лучше будет. Все, одна конфетка там. Вторая сейчас тоже пролезть должна. Вот. Кстати, мой любимый цвет это розовый. Поэтому я оставлю себе розовую конфетку попробовать. Так. Положим одного бычка. Так. И украшаем. Он такой красивый и перекольный. И я сейчас попробую конфетку. Так. Такая она внутри. Там кунжут. Какая вкусная.